снеговика и пойдем его показывать. Бабушки, да, бабушку вызвали, чтобы показать, какого они снеговика слепили. С какой стороны смотреть-то? Вот глазик. Ага. Второй глазик, ротик тут. Вот барсик. Ой, с ушами, с хвостом. Ох ты мой. Вот его глазки. Вы, наверное, все мокрые. Снег сырой, да? Да. Ой, кулемушки. Вот это вы очень долго. А ходили. Где вы снега-то нашли? Тут снега-то почти вообще нашли, нету. Посмотрите. Здесь копали голову и туловища. Кошмар. Там я оттуда я копал. Вот это вот жердяя. А тело. Я это катала. Это голову, если у тебя короткие твои. А, так это вы меня слепили? Да, это ты. А барсик. Это барсик. Красиво. Хотели маркиза слепить, но он... Маркиз, хотели тебя слепить, вот, но ты тут не вышел немножко. Да, он маленький слишком будет. Снега маловато, да, Маркиз? Ну, он и так живой. А сосуля где взяли, скажите мне? Возле бассейна, вот тут взяли. Понятно. Тут, а мы в кухню играем. Это такие типа картошка фри или шоколадные палочки. Мы типа вот так их едим, смотри. Попробуйте. Угу. Наверное, перчатки у нас весь мокрые, да? Вот еще у нас есть с начинкой. Виноградовый. Это мои. Капец, они девчонки типа, у меня. Едим. Смотри, помнишь, как мы ели смешно, смотри. Кулемы. Так, ну бабушка, конечно, очень красивая получилась вместе с котиком. Обалденная. Руки мы полчаса делали. Так, все, встали возле бабушки. Обняли бабушку и сказали всем пока. И развали. Что дальше? Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами были Камила и Каролина. И новая бабушка, и новый котик. Пока-пока. Пока-пока, Маркиз, пока. Нажмите на красную кнопочку и на колокольчик, будет выходить новое видео и обновление. Пока-пока! Пока-пока! Кулемушки мои!